PvP режим Destiny 2 Control. С вами Silver Grey. Потестируем OBS, потестируем новый микрофон. И покажем мои позорные скиллы PvP игрока. Максим, данный видосик специально для тебя. Пиши, комментируй. Если все пойдет по плану, то я поиграю в 5 ночей Фредди. Ты бы хотел мою версию 5 ночей Фредди посмотреть? Я думаю, да. Так. Вражины! Ох ты ж, ох ты ж, ох ты ж. Так, время менять оружие. Время менять оружие. Ибо... Что-то как-то не круто. Эпика. Я даже не знаю. Все, вперед. Ё-моё. Убил, убил. Да. Кого-то успел забрать с собой. Получено преимущество по зонам. Зона С захвачена, зона Б потеряна. Куда быстрее добежать? До Б. Вы захватили зону Б. У вас преимущество по зону. Ты их остановила. Ой. Ё-моё. Зарядка. Нравится, как он крутит барабан. Красота. Добейте вот этого. Ну уж такую. Из-за холла не могли добить. Захвачено. Тотальное преимущество за вами. Попробуйте его удержать. Зона А потеряна. Ну, сдохни. А, спасибо. Тебя бы одного добили. Ух. Бегу на точку А. Там уже поджидаю. Да, видел. Вы захватили зону А. Снова на Б. Тотальное преимущество за вами. Попробуйте его удержать. Зона С потеряна. Мы захватили зону Б. Да что? Ты меня сейчас так жестко подлагнуло. Наверное, конный режим. Мышку крутишь. И она иногда бывает вылетает за рамки окна. Кайф был, они меня не видели. Я вот все время за типа. Все равно, вот пока ты сзади, тебе тоже кто-нибудь сможет подойти сзади. Закон жизни. Ненавижу лед. Стазис, это полная хрень.
Банжи, вы придумали отвратительную механику в PvP. Может быть, кому-то это и нравится. Но мне очень, очень это все не нравится. Так, где тут куча врагов, чтобы я мог дать ульту? Нет, не прекращай. Я же ульту не использовал. Ну блин, я толком и не поиграл. Привыкал к новым настройкам. Зоны под контролем. Монитора. Кошечек этих мелких окошечек. Ну что это, последнее место. 9 игроков убил. А у них на первом чувак, который 2 убил. Ай, тупо по эффективности 2-0. Остальные убивали много, но и дохли много. Ладно, как-то так. Потестировали. 6 минут нормального геймплея. Вот. Макс, пиши комментарии о том, хочешь ли ты, чтобы твой дядя сыграл в 5 ночей с Фредди. Там, говорят, какая-то новая версия вышла. Их вообще могу во все поиграть. Не знаю, только с камерой или без камеры. С камерой напряги можно просто... с воплями обычными, за кадровым голосом, да, типа, ааа, как страшно, наиграно, как мы все это любим смотреть на ютубе. Ладно, спасибо за просмотр, до свидания, до новых встреч, увидимся в следующих видосах. Надеюсь, данное видео не лагало, и я все правильно настроил в ВБС, и вот сейчас пойду это самое проверять. Пока!